Вот какая-то классная летающая машина. Мне нравится летающая тачка. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой, это было эпично. Красиво, кто за нами, за это, кто нас защищает. До этого момента ты был молодцом. Красава Элла. Убил нас ты. Какой вопрос. Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас. Куча пацанчиков, потому что у них классные никнеймы в GTA. Пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Ребята, у нас сегодня очень классная серия, потому что в этой серии у нас есть очень много игроков и классная техника, и мы поедем разваливать военную базу, и мы докажем, что военная база — это всего лишь кусок пустого места. Поэтому, если тебе кушать приятного аппетита, а у нас... захват военной базы. Так, а кто сидит за пушкой? Ну что, давай, разваливай ментов. Мы же все равно доедем. Покажи вещи. Защищай наших. Кто там сальтухи крутит? Это я, Дима. Осторожно, осторожно. Ой-ой-ой, как мощно. Только по нашим не стреляй. Поехали. Блин, на гусеницах круто. Кстати, этот броневик ни разу не видел. Это первый раз его вижу в GTA-шке. Ни разу такой мощный не видел. Отлично. Ого, кто-то сальтухи крутит. Ой, летающий. У нас, короче, и с воздуха поддержка, и с земли, из-под земли. Из-под земли, конечно, пошутил. Ого, кто-то врезался жестко. Это ты был? Так, чувак, осторожно. Колеса пробили, не? Нет, не пробили. Ой-ой-ой, подписали ментам, видели, красиво. Блин, люблю GTA-шку, что можно делать что угодно. Тем более написали в те комментарии, что Димас, давай кроме гонок что-то еще, поэтому я согласен. Будет у нас эпичная битва. Надеюсь, мы в этой серии доедем. Ой-ой-ой, вертолет взорвался, смотрите, как красиво. Эпично. Ой-ой-ой, копы притесняют меня. Вы что, вообще сумасшедшие? У меня же моща. О, смотрите, впереди, смотри, мочи. Бум, блин, люблю GTA-шку, круто. Ой, блин, значок врезался. Ой, извини, обстоятельства. Блин, жизни мало, надо как-то петлять. По мне попадают. Там тоже попадают. А, не, восстановились, тут же... А, до половины всегда восстанавливаются по умолчанию, я же забыл уже. Что, кто меня убил? Ты дурак, что ли? Так, нам еще ехать 4 километра, в принципе, неплохо. Ой-ой-ой-ой-ой. А я сам умер. Ну что, догоните, у нас машина медленная. Я специально взял такую машину, чтобы вы все-таки успевали за мной ехать. Я вообще без машины. Эпично, вот это броневик. Как вы думаете, мы с первого раза сможем захватить ее? А я думаю, да. У нас есть, если что, есть супер-мега средства, с помощью дракона. Например? У меня есть летающий мотоцикл с пулеметом. Да? У меня есть еще лазерный автомат. СПГ. Блин, сейчас проиграю, жизни мало, надо, чтобы восстановились-то. Димас, нагинайся в машину. Сейчас. Пригибаться? Да. Я сейчас тачку закажу. На X, да? Тут человек на командном пункте едет. О, восстановилась. Это я ознакомился. Ого, почернел на глазах, что за бред? Что у нас тут Месилова? Месилова у вас? Да. Так, подожди, еще не мясо. Осталось до военной базы 2 километра, пацаны. А что с нами? Нет, а что это было? Что за антигравитационная пушка? Я знаю эту пушку, поверьте, я знаю. Только давайте доедем. Я хочу в этой все-таки серии доехать. Это у нас будет 10 серий, как мы доезжаем. Это можно сразу сериал снять. Бум. Ездим на военную базу. Да-да-да, 40-я серия. Мы по дороге убили мента и обоссали кого-то. Ого! Прикольно. Эй, чувак, ты заблудился? На что кто-то сел ко мне за пушку? Или может я сяду за пушку? Ладно, мы сейчас доедем до военной базы. Осталось 2 километра, уже даже меньше. Сейчас, по сути, будет Димас, километр и чуть-чуть. Опа, в той траве. Ой-ой-ой-ой. Димас, если ты перевернешься, то ты умрешь. Пушка, кокос, можешь за мной заехать? Так, надо пушку. А, я не могу в этой машине пушку доставать, я понял. Кокос, ты там где... Отлично. Я Все за мной, пацаны, у нас рядом банда. А где остальные? Нас же много. Нет, могу за тобой прятаться. 12 человек. Ребята, кто хочет с нами записывать GTA 5 и вообще классные игрушки, которые мы записываем на мой канал, заходите в наш Discord, ссылочка в описании, любой может зайти, добавить меня в друзья и записать прикольные классные игрушки. Так, доезжаем, пацаны, осталось 1,2 километра. Подождите нас. Ой-ой-ой-ой, блин, у нас прям, знаете...
Классно, по дороге куча приключений. Извините, пацаны, мы спешим на базу вашу развалить. Димас, они мне колесо прострелили. Ой-ой-ой-ой-ой. А запаска есть? Пока... Что здесь творится? Колесо. Вы что тут наделали? Тут вообще вакханалия творится. Ой-ой-ой, отвались, щенок. Эй, не стреляй по лицу, больно. Так, здесь сейчас будем направо поворачивать. Там все хорошо, пацаны. У нас же вездеход, да? Фу. Ого, там на грузовике, да, дрифтует? Смотрите, что делается. Чувак, че ты сидишь, я тебя вижу. Прикольный грузовик, здоровенный. А, это наш. Вы видели, сколько вы копов в тоннеле оставили? Да, там машин так 25, наверное. А, мы приехали на военную базу. Ну что? А мы сможем танк у них украсть или нет? Я устребитель украду у них. Давайте. Все, ребята, пошел захват. Вот танк. Ты тварь убил. Нет, не убил. Эта машина танком выстрелом не взялась? Да. Да ладно. Я прорвался. Убили, убили. Все, пацаны, надо, короче, не вот так шалам-балам залететь, а все-таки продумать какую-то тактику. Собираемся все. Боже. Вы где все, пацаны? Димас, я, короче, принимаю крайние меры, я беру опресса. Кто с танка? Подожди, а где я? А, вот сюда мне надо, я понял. Ты что они там учудили? Так, так, так. Далеко мне идти? Ну да, вот сейчас забор военной базы. А кто на летающие машины? Может меня забрать кто-то? Меня тоже, пожалуйста. Я до пацанов бегу. А я тачку узнаю. Так, 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 так. Никого не вижу. А, вижу вы все на карте, он там внизу. Все, пацаны, я бегу к вам. Так, ну что, сейчас должна быть попытка все-таки удачная, надеюсь. Так, ждите меня, ждите меня. Ой-ой-ой, что творится? Ты точно уверен, что мы выиграем? Конечно. Ну, если я не буду уверен, тогда нема смысла пробовать. Ты согласен? Ого, ты коп, вообще с ума... Придурок! Ты что, что творится? Я хочу тачку... Здорово, здорово. Димаш, ты чё? Тихо-тихо, тут что-то творится. Во, у меня тачка... Да ё-моё, а? Пацаны, ладно. У нас тут вакханалия, что творится? Классно, когда много игроков. Это моя тачка. Давайте все вместе, мы там вчетвером влезем, нет? Выйди. Я знаю, куда вы влезете. Давайте ко мне. Нет, там два места всего. Вы ко мне влезете. А мы заедем? А надо, чтобы это... Ты знаешь, её, как туда заезжать? Ты ж не знаешь. А я знаю, Димас. Я знаю, как заезжать. Вот тут можно через прыжок же забор перелететь. А я уже перелетел. Да? Блин, надо, чтобы все вместе были. Может, у кого-то есть вертолет мощный, чтобы мы туда все сели вместе и улетели? Нина, я подъезжаю к вам. Да ё-моё, Гуёко. Мальчик, ты чё? Гуёко не знает все равно. Даже не буду садиться, он не знает, как это делать. Сейчас, мы поймаем тачку. О, ты сможешь запрыгнуть? Я-то смогу, но я не смогу. Он на одном есть. А, на одном. О, танк! Вот танк это дело, кстати, вот это. Вот это ты хорошо придумал, мне нравится. Вот там танк. У-ху-ху-ху-ху! Хорош, хорош. Извини, чувак. На военную базу, давай, поехали, на танке. Это же эпик. Мы правильно едем? На военную базу так разве? Да. Блин, у тебя же пушка мощная, да, еще оказывается? Ой, наш, извини, блин, не хотел. Кос, извини, что за выйти вопрос? Что? Ой-ой-ой, давай. Ты сейчас сложим вертолетик один. Ого, это что было? Я не знаю. Ты ж по нам не стреляй только. Каргобоб. Я не люблю этот танк. Джип. Вот это мясо, ребята. Напишите в комментах, мы сможем прожить хотя бы пару минут. Давайте захватим ангар. В ангаре же нет потолка, они, получается, не подлетят. Все летим в первый ангар. Там ангар? Может, там истребитель стоит? Ой-ой-ой-ой-ой. У танка колеса не пробивается, это печально. Так, первый ангар. Правильно, чувак едет. Стаканчик, молодец. Вон туда. Ой, красиво, красиво мы его развалили. Надо ему по бакам тут стрелять. Отлично, мы его взорвали. Я знаю, куда стрелять по танку теперь. Пацаны, мы вас ждем в ангаре. Все, защищаем. Просто обороняемся до посинения. Ой, наши, блин. Ой-ой-ой-ой-ой. Эпично. Блин, пока мы не получаем. Ребята, я знал, что у нас получится захватить. На самом деле, я не знал.
А, ты нас повел, короче, на верную смерть, да? Да, да. Ну что на верную смерть? Мы же затащили. Кёка, тут у тебя вертолет. А да вот тут сзади стрелять, у него тут баки есть. Смотрите, я сейчас я буду стрелять, он взорвется. Да, я буду стрелять. Вот и все. Ой, это наш, блин, вот хочется по танку. Ну че, мы выйдем? Сможем тут выйти или нет? Отсюда выйти. Я выхожу. Я с танка вышел и буду тут, короче, в шкере. Ёпкала мне какала. Они нас убивают. Блин, надо было все-таки, знаете, зашкериться где-то там, заехать, залезть. Слушай, Дим, обернись. О, привет. Короче, мы как бы захватили военную базу, но наполовину. Эй, подожди, я за... Короче, надо быструю машину. Вот же есть. О, все, давай. Садись, 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 все нормально. А он не летает, вот падла. Больно. Кто там рычит? Это твой персонаж рычит? Да, я же зверь. А, ты что, голимый, что ли, зверь? О, садись, да, мы на ментовской тачке сейчас запрыгнем туда. Слушай, васаби. Блин, да что оно все поломано, а? Да кто с васаби? О, вот вы что, психи. О, спасибо, что машину остановил. Да ё-моё. Мужики, ну постойте, вот. Ладно, 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 ладно. О, вот тут грузовик-убийца. Стой. Да стой, ё-моё, да что ж вы не даете нам? Ну, военную базу, пацаны, надо. Первая серия. Вот. О, садись. Машину. Я убил там водителя. Тут бешеный зверь какой-то. Поехали. Блин, машина медленная, мы, наверное, не запрыгнем. Запрыгнем. Вот, да, тут правильно едет. Запрыгнем, я же говорил. Пацаны, вы на военной базе. Кто за нами? Мы вас тут ждем. Я тут сбиваю эти танки. Молодец. Блин, смотрите, какой классный закат в GTA-шке. Что-что не говори, игра 2013 года, а графон очень классно сделаны. Да. А давай я, Димас, пару стрельбителей. Да блин, а сейчас танк собьет, скорее всего. Ох ты, тварь! Я на гидре летаю. Это нормальная тема. Красиво я петляю? Да-да-да. Я до посинения еду, пацаны, до посинения. Вот, тут, смотри, меня копы сбили. Я проснул, я так стараюсь. За истребитель, а мы вдвоем сядем туда? Видите, да, вдвоем можно сесть на себе, не знаю как. Слушайте, как... А этот нет, этот нет, на одного, подожди, Дима. Ты, там кто-то рядом вертолет? На одного? Меня танк снайп. Да, ну тут... Я в машину сажусь сюда, в машину. Не, я по ступенькам поднимаюсь, буду тут шкериться, ребята. Темнеет, может, мне не так будет видно. Я фигню сказал, по-моему, сейчас. Там все равно. Скрипт не прописан, они все равно. Да я знаю, я гоню. Да я знаю. Все, я зашкерился, короче, здесь, внутри. Блин, у меня жопа, я один. Кто мне поможет? Давай я помогу. Пацаны, да, надо реально что-то придумать, потому что я сдохну. Надо что-то делать. Фу, гранатка. А жизнь-то налаживается. Пацаны, да вас там... Ой, граната отрикошетила от люстры, представляете? Да ладно! Блин, это эпичный кадр. Я кидаю гранату, она, короче, попадает в лампочку, лампочка замыкает, и граната мне в лицо отскакивает. Боже, да ну, блин, захочешь так делать, было. Никогда не получится второй раз. Пацаны, а вы что тут делаете? Давайте еще разок, пацаны. Я думаю, что у нас сейчас получится, все-таки есть сюда шанс. Я КД механик, как нужно машину. А сзади можно сесть? Ну что? Ой, сейчас по трупу проедемся. О, вот тут пробка уже. Блин, ну ранее запрыгнем на скорую. Ну скорая аж быстрая тоже машина, правильно? Нет. Нет. Пошел в жопу. Она и сейчас медленно, мы даже до решетки не долетим. А, это ты? Ну блин, ну долетели же, правильно? Смотри, как эпично, зато катимся вниз. Да, говно. Подскоти меня. Я знаю. Голимая машина, на самом деле, она мне никогда не нравилась. Брак, наверное, попался. Да блин, я хочу военную базу захватить, что-то не получилось у нас. Сейчас попарнем машину. А тут, блин, половина перевернутые, поломатые все. Я по ямке летаю, блин. Может, подготовимся? Ого, там машину помяли. Смотрите, что с машиной. Даже если на букве Л. Пацаны фигачат всех и вся. О, Дим, я нашел машину. Димас, я у ментов тачку спер.
поедем. Да ё-моё, блин, чувак нарушает правила. Дима, сади. О. С мигалками поедем. Ты запрыгнешь? Скорость больше надо. Нет. Я тут уже второй раз побил. Да? Да я вижу. Колесо сбили. Ты что, мочишь? У меня машина там была. Сейчас развернемся. Давай, покажи вещи. Дима, садись ко мне. А все, все, уже сейчас должны запрыгнуть. Просто я буду по-умному делать, надо гранаты правильно уметь бросать. Сейчас я выживал дальше. Я красиво отстреливался, но просто... Рикошет. Я сбил вертолет. Давай. Да? Ты смог. Да. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Эпичный кадр. Ну ёб... Ну блин! А что, не хватило, да, нам ума? Она медленная. Она медленная, согласен с тобой. Эх, это тоже медленно. И за неудачную попытку 3 звезды дали. Ё-моё, обидка. Дима, садись ко мне, у меня летающая машина. Да нет, сейчас, может, все-таки допрыгнем. Но машина такая фигня. Вот уж с такой скоростью должны допрыгнуть. Знаешь, где можно... Давай. Знаешь, где можно как? Давай. О, вот какая-то классная летающая машина. Мне нравится летающая тачка. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой, это было эпично. Красиво, кто за нами, за это, кто нас защищает. До этого момента ты был молодцом, красавелла. Убил нас ты. Нам надо, короче, на будущее, на следующую серию, если ролик наберет 2000 лайков, то мы... каргобоб надо нам, пацаны. Димас, я могу дома менеджер взять. Вон, чувак на летающей машине, мы сейчас залетим-то и все. Только если он сможет лететь на этой машине. Димас, а может, менеджер все-таки? Это самый лучший. Либо самолет боевой. Так, пацаны, тут что-то творится на военной базе. Я не знаю, куча способов. Ё-моё! Случайно обстоятельство. А у нас не было антизащитных ракет, там, то все. Да подожди ты, васаби. Блин. Короче, знаете, что хочу сказать? Мы не смогли захватить военную базу. А может, все-таки я забираю свои слова назад, военная база очень мощная. Я в течение 5 минут летаю над военкой, как бы меня люблю. Ой, вот там что творится. У нас, может, карты сейчас разденемся, но опять получится подготовим. Сейчас нормально все будет. Хочу все-таки перепрыгнуть. Я сейчас делаю, пацаны. Я перепрыгнул. Потому что на машине такая фигня еду. На фиговой машине еду очень. Я истребитель. О, смог! На медленном... Надо, короче, пацаны, было правее немножко брать там. Давай, родной. Полетели. Не, полицейская машина вообще не очень. Да? Здесь вот. Да. Ой, чувак на мопеде летающем. Мопеде. Ха-ха-ха, скутере. А у меня, кстати, он есть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Мне экстрагар. Фу. Бум. Блин, прям в танк врезался. Лоб в лоб. Короче, сделать вывод можно простой. На обычной легковушке военную базу вы не захватите. Если понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш дискорд. Ну а всем отличного настроения и посмотрите мои ролики. Еще.